Здравствуйте, это канал Максимадзе, и у нас снова рубрика «Мода на игру, когда соседа, которые присылают подписчики или просто гости канала». Я думаю, нам не стоит откладывать встречу с новыми модами на эту замечательную игру. Но у меня убедительная просьба к зрителям. Не забывать, что вы тоже являетесь, скажем так, членами нашего жюри. И ваша оценка, ваше мнение по поводу каждого из модов, которые я обозреваю, тоже может повлиять на его рейтинг. Обязательно пишите свое мнение, как если я поставил плюсик, например, мне мод понравился, то если у вас другое мнение, не стесняйтесь, пишите. Ну что ж, а теперь внимание на экран. В прошлом выпуске у нас был мод, когда это домашние каникулы. Так вот, один человек, я забыл его, правда, как его зовут, он сделал хардкорную версию этого мода, и давайте на нее взглянем. Так, ну здесь, по-моему, то же самое все. Договоду. А, вот. R4MBO, вот его ник. И логотип, кстати, тоже сделан классно. Здесь три уровня, как и в первой версии. Ну и давайте посмотрим. Сразу говорю, я не уверен, что я смогу все это пройти. Но во всяком случае, мы просто посмотрим. Первая смерть. Вуди, наконец-то ты проснулся после того, как тебя и Шелли усыпили. Почему с маленькой буквы Шелли написано? Помнишь ли ты нас? Да, те сатанисты, которые несколько лет назад призвали тебя на гибель к убийце по имени Винсент Ротвиллер. Неужели ты нас не помнишь? Ты спрашиваешь про его смерть? Забудь. Ему хоть уже и 103 года. Фига себе. Его мозг не дает ему умереть. Прошлое твое доведение не до конца убило его. А точнее, сосед был в психушке и успешно вылечился. Только кровавая луна снова на него повлияла. Иди. Или у тебя тоже будут пытки. За спиной убийцы можно будет пройти. Фон впечатляющий довольно. Все красное такое. А красный цвет я люблю. Только вот я уже спрятаться не успел. Ну и что будет? А, никакой такой анимации не сделали. Мне кажется, потише сделать немного надо. Блин, опять черный экран, я ничего не вижу. У меня с монитором проблемы. Давайте еще раз. Надо забежать в шкаф. Думаю, тут лучше сразу забегать в эту комнату. Впрочем, тут брать-то нечего. Ну, фон мне нравится. Я обожаю красный цвет. Мы все вот это видели. Просто эта версия хардкорная. Адская. Но долго еще стоит будет? А, написано смертная вещь. В оригинале, разумеется, такого не было. Ну, а тут время хорошо, хоть и не то, которое было в хардкоре от Social Media Life Production. Он ищет смерть. Блин, этот звук уже надоел. Почему на улице краснота такая, кстати? Почему на улице все красное? Мы в каком-то ином измерении, что ли?
Похоже на то. Так, как же мы это пройдем? А, там дырка вместо глаз, по-моему. Погодите, что-то было написано про то, что можно проскальзывать за спиной. Но что нам это дает-то? А, можно вот так проскальзывать. Ну, давайте попробуем, хорошо. Ну, сначала все-таки забежим в шкаф. В следующий раз побежим. Ну, я так понимаю, вот, ну, плоскогубцами я уже понял, что надо открыть коробку. Так сильно полюбили люди хардкор. Я не понимаю. Гастарбайтер, блин. Пора свалить, наверное. Есть. Мы убежали. Так, короче... Ну вот это на корм для рыб применить, я так понял, а это на фиалку. Других вариантов я не наблюдаю. Начнем с таблеток. Надеюсь, что мы успеем все сделать, хотя я на 100% в этом не уверен. Отлично, мы все сделали. И очень вовремя, причем. Ну все, причем еще и 100%. Так, следующее — мертвый вечер. Это твоя вторая миссия, но знай, что их всего три. Дальше я тебе ничего не расскажу. Склонись. Ну хорошо. Так, дождь. В этот раз никакой красноты, в этот раз просто темно и дождливо. Только вот очень темно, прям. Отлично. Нам деваться некуда. Надо было в шкаф забегать. Да, долго нельзя тут тянуть. Блин, я думал, он в дверь пойдет. Ну ладно, давайте еще раз.
Теперь можно зайти, надеюсь. Куда он после меча пойдет? А, я так и думал. Отлично, у нас есть время на то, чтобы испортить портрет. Сделать что-то еще. Так, он в ванну побежит или как? А, отлично, нам некуда деваться. Между прочим, можно было завершить уровень уже. Ладно, давайте закончим все-таки, наверное. Чтобы особое время не тратить. Сложновато, да, уже проникать. Хорошо, убийственный спорт. Помни, это твоя последняя миссия. Но уверен ли ты, что спасешься? Ты сам знаешь, что каждый раз все сложнее и сложнее тут. Так тут еще и запутанные... О, боже. Что же? Сам знаешь, не выполнить эту задачу тебя никто не отпустит. О боже, двери, телепортационные двери, вот это меня уже напрягает. Да, это... Меня не радует. Отлично, мы это фиг пройдем. Так, ладно, последнее, что я хочу, это разглядеть обстановку вообще. Я что-то особо-то не разглядел. Короче, тут время суток вообще непонятное. Ты идиот, написано. Ладно, давай пойдем с ним, может, мы закончить тур. Ну что ж, давайте оценим мод. Ну, на самом деле, несмотря на то, что он очень несложный, мне мод понравился. Галочку поставлю. Все-таки... Галочка тут, конечно, идет скорее к автору оригинальных домашних каникул. Но все-таки как вот реализовал этот... Как там его ник? R4MBO? Или 4MB0? Это выглядит довольно-таки классно, поэтому галочку, в принципе, поставить можно. Но все-таки большая часть из этой оценки, так сказать, идет все-таки к автору оригинала. Ну ладно. Это я так, слово. Ладно, переходим к следующему моду. Следующий мод называется «КДС соседа. Игра в кальмара». Бета-версия прислана была Данилом Грачевым. Большое спасибо ему за это. Короче. Здорово. Добро пожаловать в мой мод. Я Данил Грачев. Можете звать меня просто Даня. Хорошо. Просто Даня. Здесь это бета-версия от моего мода, наслаждайтесь. Обучалка, ну давайте смотреть. Здесь всего 3 уровня. Как-то странно все это выглядит. Где мы вообще находимся? В лесу каком-то, что ли?
Тут размыли или нет? Это, по-моему, не лес. И что-то непонятно вообще, что это за место. Надеюсь, у музыки авторских прав нет. Так, первое испытание. Окей, это твое первое испытание. Пранкуй Винни Ротвиллера, твоего соседа. Если ты это не сделаешь, то ты уничтожен. Ну хорошо. Звучит грубо, но хорошо. Здесь что-то изменений-то не видать. Посмотри, как люди возвращаются, все выглядит. Но при этом уровень все же как в оригинале. Ах да, там же нет. Вроде тут то же самое все. Изменений вообще не наблюдается, если честно. Второе испытание. Чё? Твою мать, Винни проникал в Дэнкин дом и еще взял пивасики. Быстрее, панку соседа, или ты уничтожен? Пустые угрозы, черт возьми. Блин. О, а вот здесь уже что-то поменяли. Здесь изменили пол. Так, это пивасик разложили. Подложили в пивасик, точнее, то, что надо. Теперь можно идти наверх. Пол заживает кусок шкафа немного внизу. Thank you.
Так, ну хорошо. Такой вот модик был. И это, на самом деле, довольно-таки не очень частый случай, когда я не знаю, какую оценку поставить. Поэтому я решаю сделать ее свободной. Пишите в комментариях, какую бы вы поставили оценку этому моду. Пишите свое мнение. Ну а на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.